Добрый вечер, уважаемые поклонники лучшей игры с мячом на планете Земля. Мы говорим, конечно же, про баскетбол. И от лица Единой Лиги ВТБ приветствую всех на матче «Фарма Пари» против баскетбольного клуба «Астана». Оставим всех игроков. Сейчас поделился мячом с Лиходеем. Секунда остается на бросок. Лиходей! И попадается под блокшот от Малика Диме. Поэтому мяч приходит в «Фарме». 14 секунд будет у «Пермяков». Роберсон на вес на Диме! Спиной кольцу Малик! Из любого положения вынимать! Понимаю, что ну даже если у капитана не летит, ну на кого же рассчитывать? А юпище на Диме! Соображают на двоих! А предыдущие владения проходит под кольцо Лиходей! И это 2 плюс 1! По-прежнему выбирается вариант не классического пик-н-ролла. Джонсон, какой показ! Маркел Джонсон! Ой-ой-ой, это было на стиле. Это 2 очка на стиле. Получить вновь Рис против Майерса. И это уже дуэль остается за Майерсом. Майкл Майерс против Платунова. Это фол и 2 очка считать. Стоя на прямых ногах, отрабатывает в защите, ставит блок, перехват забирает. Джастин Роберсон сам идет под кольцо. И еще плюс 2. Посмотрите, какие бицуги у меня, показывает Роберсон. Могу сделать все. Фармы Малик Диме меняет Джоэла Джеймс. Джеймс причем сам попросил. Диме! Не нужно разогреваться центровому Фармы. Тут же с двух рук 10 очков. Посмотрим, что противопоставит этому Астана. Пока хороший заброс вниз. Малик Диме! Получай! Не туда, не туда ты пришел. Берет старт Коныгин. Хорошо, Коныгин! Вот это хлопнул дверью, так хлопнул. Матч завершен со счетом 94-59.